Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и у нас с вами сегодня пилотный такой выпуск House Flipper. Пока что все эти ерундовины с обновлениями, не с обновлениями в трейдере происходят. Мы с тобой зайдем в House Flipper и посмотрим, что же здесь такого интересного. Приветствуем тебя, говорит мне игра, в House Flipper. Эта игра позволит тебе покупать, ремонтировать, обустраивать, продавать обновленные дома. Но пока тебе придется довольствоваться этим сараем, который, по сути, является твоим офисом и ноутбуком, твоим центром управления. Закрой. Благодарим за покупку расширения Garden Flipper. Ну, конечно, мне очень приятно, что вы меня благодарите за покупку, но я пока что еще ничего не покупал. Если мне понравится игрушка, я, естественно, это сделаю. Если вам понравится игрушка, я это тоже сделаю. Пиши комментарий, пиши, хочешь ли ты этого самого увидеть. Если будет большая активность под этим видео, собственно говоря, мы этим и займемся. Это именно и сделаем, как было с трейдером. Так. А, тут просто можно выбить... Ой, классно ты как. Слушай, ничего никуда не надо относить. Открой. Пора открыть ноутбук и проверить почтовый ящик. Слушай, я во что-то похожее играл, мне кажется. Ой. Твой ноутбук. Ноутбук позволит тебе принимать заказы, покупать дома и перемещаться между ними. Ты не можешь пока что позволить себе покупку целого дома. Но похоже, что в электронном ящике у тебя уже есть первый заказ. Угу. Это хорошо. Что у нас есть первый заказ, это здорово. Почта. Александр Кваша. Кваша. Бывший вынес из моего дома батарею... Александра Кваша. Бывший вынес из моего дома батарею. Какая беда. Я хотела бы поручить вашей фирме работу по наведению порядка в моем доме. Судя по фотографиям на фейспам... Фейспам. Мой бывший из мести вломился в мою квартиру, устроил бардак и вынес батарею. Возможно, пропало еще чего-то. Пожалуйста, наведите порядок в доме и установите недостающее оборудование. Еще хотела бы попросить вас не сообщать об этой всей ситуации в полицию. Я сама разберусь с моим бывшим парнем после возвращения из командировки. До свидания, Александр Кваша. Принять. Давай попробуем. Некоторые люстры, указанные в заказах, требуют замены лампочек. Ёлки-палки, как все здесь продумано. Ты получил швабру, вот спасибо. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. С этого момента ты сможешь убирать грязь, используя швабру. Это очень здорово. Ой, какой срачильник-то здесь. То прям... Угу. Ой. А, это все повыбрасывать нужно, грязь нужно будет отмыть. Это мне не нужно поднимать. Нет, вот нужно вот так поставить, ровненько. Чтобы... Так, стул стоит только здесь, поэтому поставим вот так. А теперь возьмем и поставим его вот так ровненько, чтобы он тут вот ровненько стоял. Правильно? Блин, ровненько стоит. Ладно, мы не будем здесь так заморачиваться. Так, твой планшет. Теперь у тебя есть планшет. Нажми Tab, чтобы взять его или спрятать. С его помощью ты можешь покупать нужные для работы вещи. Хорошо, давай на Tab нажмем, посмотрим, что же у нас здесь есть. Очистить грязь 0%. Установить устройство, батарея. Спальня 10 метров. Тоже очистить грязь. Для ванной комнаты 6 метров очистить грязь. А где моя швабра, которую мне, кстати, выписали? Она у меня есть? Изменить инструмент. А, во, ничего себе. Ну, давай помазюкаем тут немножечко грязюк-то. Полы, стол, правильно. Все одним и тем же надо мыть. Отмоешь все равно. Правильно, правильно. Да, диван тоже шваброй можно помыть. Вполне логично, очень даже реалистично. Ну-ка. Сколько здесь у нас осталось грязи-то? Очистить грязь на 67%. Неплохо. Давай убираем. Так, а, баночки. Я думал, это часть интерьера такая, поэтому и не стал убирать. Что здесь еще нужно убрать? Секреты какие-то лежат. Давай откроем. Не. Давай просто будем убирать. Потом, то, что не уберется какая-то комната, мы там посмотрим, что к чему и почему, и тогда уже... будем разбираться, что там на самом деле остается. А пока еще ничего не видно. Где грязюку мы не видим, там мы думаем, что убрано. Так, что у нас со спальней? А, спальня... Все, спальня готова. Спальню мы можем спокойно закрыть и оставить ее в покое. Новое очко, говорит. Ты развиваешься. Спасибо большое, что я развиваюсь. Включи планшет, чтобы выбрать
На что ты хочешь потратить очки умений? Ой, тут даже есть RPG-элементы. Проницательный взгляд, на миникарте видны некоторые загрязнения. А, быстрые ручки, уборка на 25% быстрее. Большое расстояние. Супер-пупер-мега-швабра 2018. Выбрасывай мусор в пределах. Давай лучше усовершенствуем, наверное, вот это. Потому что грязь-то мы найдем. А вот насколько быстро будет убирать наша швабра, вот это вот очень важно. А, у меня справа написано, сколько у меня осталось. Гостиная с элементами кухни. Да, так, установить устройство, убрать мусор. Убрать мусор, но я особо сейчас не вижу, где тут мусор-то есть еще. Как бы здесь все это уже не мусор. А, вот он, елки-палки, я же не вижу слепошара. Все, батарею нужно установить. Так, давай стол поставим ровненько, чтобы он это... Ну, а что он как этот стоит? Вот не стол, а хрень какая-то. Так, так. Правильно, правильно. Тебя тоже поставим вот так вот ровненько. Хотя стол стоит не ровненько, но мы на это будем плевать пока что, потому что мы все-таки играем не в Trader Life Simulator, и нам не нужно выравнивать мебелину здесь. Или надо? Не, я считаю, что не надо. Пусть стоит как стоит. Закрой дверь, чтобы я видел все. Батарея, это через... А, погоди, можешь купить и установить здесь батарею. Ты мне деньги-то дала на это, нет? Женщина. Так, а, нет, это в магазин нужно. Сантехника. Сантехника. Нет, это не такая сантехника. Но это все же еще мебель. Но какая? Ни хрена себе. Нет, давай мы все-таки вот здесь вот найдем бата... Можно так искать-то, нет? Батарея. Сантехническая система для батареи. Монтирование большая батарея. Нет, нам нужна вот это вот. Купить сейчас. А, то есть мне без разницы, да? Все, установил. Ой. А я должен знать, как это... А, просто нужно нажимать, я понял. Давай. Угу. Все, водичка пошла. Красота. Красота. Гостиная, завершить заказ. Так, у меня осталась еще одна комната, да. Возьмем. Так, здесь срачельника-то как такового нет. Здесь просто нужно помыть. Отлично. Все закончено, завершить заказ. Выполнен на 100% заказа. Можешь завершить его сейчас за $785. Ты действительно хочешь его завершить? Завершить. Смотри-ка, мы справились с первым заданием. Да-да, я знаю, как это происходило. Я же сам это делал. Это моя же квартира, да? Такая вот засранная. Представляешь, да, живу себе... Живет уборщик, убирается у других, а сам у себя убраться не может. Но это неправильно как-то получается. Давай отмоем у себя, что ли, чтобы было, блин, хоть немножечко... Бензопила тебе... Почему я здесь не могу пройти? Бензопила тебе здесь зачем? Какой кошмар. Газетки, блин, все вот это вот... Ой, сколько всякого говна здесь лежит. Кошмар. Так, а здесь что у нас? Здесь есть то же самое. Это все тоже не убирается. Это все делается вот так. Давай помоем теперь. Помоем, говорю, теперь. Блин, было бы все так просто, да, в жизни? Ты берешь просто и одной шваброй все вымываешь. И реально вымываешь. Не просто трешь там все, что видишь, а именно моешь, отмываешь, и все реально становится чистым. Вот так мечта домохозяйки, мне кажется. Любой человек был бы рад тому, что у тебя одна швабра отмывает абсолютно все загрязнения. Абсолютно на всех участках.
Так, что здесь еще-то засрано? Можно как-нибудь увидеть? Нет? А, здесь вот батарейку нужно поставить. Ну, давай поставим батарейку. Или что это? Что здесь нужно сделать? Я знаю, что вот сюда вот нужно это поставить. Можешь купить и поставить здесь батареи. На стене слишком мало места. На стене не слишком мало места. На стене... А можно продать? А почему нельзя вот взять и выбрать, например, что я хочу купить? Какую именно стену? Ой, какую именно батарею? Или, например, просто я вот кликаю вот сюда, вот, и она у меня сама открывается. Неправильно все это. Ой. Поставься на место, ну. Ну, в принципе, работает. Вот так лучше выглядит. Звуки классные. Вот так вот. Кривовато немножко, давай вот так повесим. Угу. Угу, угу. Так, какое у нас задание вообще здесь? Покупатель, умение, фотоаппарат. Ой. Где вообще нужно смотреть свои задания? В ноутбуке, в почте нам нужно задание с вами смотреть. Немного гравия и пару кустов. Батарея, порядок в гараже. А, порядок в гараже, здравствуйте. Короче говоря, нам нужно навести порядок в гараже. Выбросьте, пожалуйста, все коробки и мусор, а также старые покрышки. Не забудьте также о новом... А, о том, чтобы вымыть окна. А инструменты лучше не трогать. Муж не любит, когда их кто-то перекладывает, потому что потом он жалуется, что не может ничего найти. До свидания, Екатерина Иванова. Ну давай, Екатерина Иванова, мы с тобой разберемся. С гаражом твоего мужа. Не будем трогать его инструменты. Аудюшка. А четвертая, наверное, да? Или третья стоит. Ой. Это я на Ctrl могу нажимать. И происходит нечто. Появляется мышка. Ну, в целом-то игрушка приколюха. Прям приколюшная игруха. Мне нравится очень заниматься такой вот ерундистикой. Если она тебе зайдет, реально, то я буду очень рад. Я поиграю в эту игру. Я думаю, она не такая уж и большая. Хотя, мне кажется, она очень большая, так как на нее DLC. Как в Sims'е. Просто миллион, по-моему, этих DLC, там какой-то киберпанк даже есть, который как раз у меня есть, я его скачал вместе с киберпанком каким-то, я не знаю даже, что это за киберпанк, что он добавляет, но видать он... Ой, но видать он что-то делает очень интересным. Помыть окно. Давай помоем окно. А, мне нужно помыть окно чем-то... Специальным устройством, ёлки-палки. Нет бы взять тряпочку да протереть, да? Мы будем вот этим пылесосом для окон мыть. Какой он неудобный. Да... Как им люди окна моют? Готово дело. Всего лишь навсего нужно было поводить немножечко мышкой по стеклу. Ну-ка, сейчас мы разберемся с твоим столом. Инструменты трогать, естественно, не будем, потому что они нам нахрен не уперлись. Инструментами мы все-таки не моем полы. Мы моем полы своей шваброй, которая у нас досталась по наследству от дедушки от нашего, который тоже мыл полы. И очень хочу заметить, неплохо. Поэтому мы моем очень хорошо полы. У нас наследственность такая хорошая. Кстати, очко умений я так и не распределил. Нужно умение распределить и еще быстрее мыть. Во, смотри, как пошло-поехало-то, ну. Прям колеса, следы от колес отмываются как прям за здрасте. Так, велосипеды тоже давай отмоем.
чтобы вообще все чисто было. Заказ закончен. Завершить заказ. Делов-то оказалось-то меньше, чем ты думал. Да, я знаю, как выглядел гараж до и как выглядел гараж после. Мы же ведь его помыли только что сами. Зеленые стены помогают мне сосредоточиться. Сейчас мы сделаем тебе зеленые стены. Чуть жалко, что ли? Собственные фотографии и картины. А ты заметил, что используя закладку галерея, на твоем планшете можно выбрать любую картинку и повесить ее на стену, как картину или плакат. Также ты можешь использовать закладку фотоаппарат, чтобы делать фотографии из игры и увековечивать свои произведения на диске. Хорошо, я очень рад, я не хочу использовать свои фотографии в качестве фотографий на стене. А здесь же можно что-то замутить. Давай вот это дело нахрен уберем отсюда. Вот сюда вот поставим. Как тебе такая идея? Вот сюда поставим, кровать поставим вот сюда. Вот так. Ну-ка, ну что ты делаешь-то, ну? Угу. Вот сюда кровать поставим. А вот сюда залепим батарейку, которую мы, хочу заметить, купили уже. По-моему, купили. А может и не купили. Да, о, переговоры. Новая способность за два проданных дома либо завершенных заказов. Возможность договориться о цене, платеж за заказы плюс 10. Наверное, все-таки лучше плату большую брать, потому что она все-таки, ну, всяко вот как бы лучше. А я не потратил два раза? Нет, не потратил? Надеюсь, что нет. Вот так сделаем. Установим батарейку у себя дома. Все-таки другим людям мы можем устанавливать. Почему не установить себе? Верно? Верно. Все? Еще и очко умений получили. Ну-ка. Штукатур. 4 сборки устройств. Штукатур, монтер, сборка, кафельщик. А я даже не знаю, что из этого лучше, потому что я ничем из этого не пользовался. Давай начнем вот с этого. Так, и что мы можем еще сделать? У нас целых 31 тысяча долларов. Я думаю, что мы... Давай замутим что-то вот... А, в магазине. Из декора. Какую-нибудь... Нет, вот эту вот. Вот давай сделаем стены с зеленым цветом. Он говорит, что ему зеленый цвет помогает расслабиться. Обои, фисташку. Ничего себе, 111 долларов. Хотя, 111 долларов. Тут, в принципе, все дорогое такое. С учетом того, что 111 долларов, а у нас 31 тысяча, я думаю... Блин, а это ж сколько мне надо-то? Давай купим пока... Вот так. И теперь... А как укладывать-то? Плитки и панели пока недоступны. Серьезно? Я засрал, короче, сейчас... ну, то, не то чтобы засрал, я просто потратил пока впустую деньги. Ну ладно, давай следующий заказ, к следующему заказу приступим. Посмотрим, что у нас там есть. И на этом, наверное, закончу. Потому что это все-таки пилотная версия. Пилотная не версия, а пилотная серия. Просто чтобы посмотреть, как у вас там это, как вам зайдет эта игра. Посадка растений разблокирована. С этого момента ландшафтный дизайн стал доступен. А растения можно найти... Ща. Растения можно найти в закладке сад в магазине. Растения в саду в магазине. Ты разблокировал садовый шланг. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. С помощью садового шланга ты можешь поливать цветы, наполнять водоем и смывать грязь с наружной стороны дома. Ну, здесь я не вижу грязи с наружной стороны дома, давай. А, внутрь нам не нужно заходить. Убирать сорняки. Убирать, кормотей. Эть. А как сесть? А, вот как сесть. Ой. Приколюха. Ходишь.
ходишь, кликаешь мышкой по кустам, чтобы собрать какие-то сорняки. О, радости-то. И за каждый сорняк тебе дают денежку. Блин, если бы у нас так все в жизни просто было, да? Ходишь, собираешь сорняки, и у тебя денежка в кошельке прибавляется из-за того, что ты их насобирал. Ну не, у многих людей она, конечно, прибавляется, но не в таких больших количествах. Я только что насобирал их на $166. Это на 10 тысяч рублей почти. Даже не почти, а больше. Тебе когда-нибудь за прополку сорняков десятку давали? Мне нет. Мне тут очко умений прилепили. Думаю, что нужно... Нужно что сделать? Триммер для травы, увеличенный диапазон косы. Диапазон покоса, посадка быстрее, высокую траву видно на миникарте. Ну, давай. Блин, посадка быстрее. Я даже не знаю, что из этого выбрать. Давай посадку быстрее, потому что вот триммера у меня пока нет, а смысл мне от него тогда, от этого улучшения вообще нет никакого. Ага. Сорняк я здесь не весь убрал. А где мне его найти здесь сорняк? А, вот он. Так, сорняков здесь больше нет. Тут убирать сорняки тоже нужно. Все? Еще один. Все, тут тоже сорняки ушли. Угу. Так, как быть дальше нам с тобой? Посадить, а рассыпать гравий. Какой? Двухцветный. Двухцветный. Голубой, белый, меньшее, наименьшее, стандартное. Квадрат. Квадрат, наверное, нам нужен, потому что здесь же все квадратное. Купить несколько. Начинается. Ой, блин. Я думал, она кубиками кладет. Она вот так делает, да? Ну, обидно, обидно. Ничего не скажешь. Ладно, мы не будем тогда вот в этой игре так париться, чтобы прям все ровно-ровно красиво было. Ты, наверное, сейчас разочаровался во мне. Но не переживай. Я разочаровался в себе тоже не меньше твоего. Да похрен, ну везде клади, блядь. Где кладется, там и клади. Все? Нормально? Нормально. Так, а здесь что у нас? Куда класть нужно? Тоже сюда же. Да все гравием нужно засыпать. Это ежу понятно. Я просто денег трачу много. Я, мне кажется, блин, больше это... Больше потрачу сейчас, чем заработаю. Какая-то невыгодная получается работа. Приходишь со своими материалами. Делаешь работу сам. Ну. Приколюха. Рассыпать покрытие. Я тупорылый. Чем могу тебе сказать? Здесь двухцветный нужен был, там одноцветный. Ладно. Будем знать. Будем теперь знать хотя бы, что он бывает такой. Купить несколько... Нет, мне не круглый нужен. Мне нужен квадратный. Одноцветный. Купить несколько. Денег я, короче, сейчас просрал, да? Все? Все. Так, и здесь тоже одноцветный, верно? Да, одноцветный. Блин, неприятно получилось. Хотя потому что я на это деньги потратил. Все? Все. Кустарник мне нужно посадить теперь. Хвойный. Как, подожди, кустарник хвойный. Здесь кустарник хвойный, там что? Кустарник хвойный. Кустарник хвойный. Кустарник хвойный. Ну, давай сажать кустарник хвойный. Это все кустарник хвойный? Или все-таки здесь...
Давайте дешевенький. Нет, вот этот вот купим. Дешевенький. Не считается? Серьезно? А что считается? Какой считается? Какой я должен посадить сюда? Я не пойму. А-а-а! А насколько надо глубоко копать? Насколько захочется или что? Эй! А, яма выкопана достаточно. Присыпь землей. Блин, как все реалистично-то. Полить растения. Все? Растение посажено. Пойдем сюда. Посадить растение. Сажаем сюда то же самое дешманское растение, которое мы только здесь видели. А, здесь еще один есть. Ну не, ну мы все-таки вот эти вот начали сажать. Так что давай вот тут. Ну, в целом, игрушка такая, знаешь, своеобразная, достаточно интересная, и задания тут вроде как интересные. Просто The Tenants, наверное, у нас закончится, потому что он однообразен. Он до безумия однообразен, он, во-первых, никому не интересен, мало кто его смотрит, и он мне надоел элементарно, потому что я сижу... И пытаюсь что-то сделать, хоть что-то говорить, о чем-то разговаривать, потому что там ни хрена не происходит, ты просто мебелину расставляешь, а и все. И все, а ты просто ничего больше не делаешь. А здесь вот, типа, приколюха. Тут вроде как бы сюжетная линия какая-то есть. Наверное. Тут нужно, наверное, дом свой развивать, я так понимаю. Так? Так. Ой, лопату ржавую где-то такую нашел, то мог бы новую купить себе уже давным-давным-давно. А может, можно купить новую лопату себе и не мучиться стоять вот этой вот совочком-то копать? М? Давай, присыпаем землей, поливаем. Ой. Можно соседских детей поливать, чтобы они это не хулиганили. Ой. Смотри, водичка летает. А, она не может просто вылететь за забор. Здесь невидимые стены. Я так и знал. Так и знал. Так, кустарник купить сейчас. Ставим его вот сюда. Вставляем растение, копаем яму. И поливаем водичкой. Смотри, я приладился. Все это делать-то. Ну как? Прибыль 1800. Завершить заказ. Завершено на 100%. Завершить заказ. Выглядело это примерно так. Стало выглядеть примерно так. Красота. Ну и давайте на этом закончим. Раз уж мы выполнили задание, я думаю, что здесь сохраняется все автоматом. Или даже если не автоматом, я сейчас найду сохранение. Продолжить игру. Главное меню. Здесь есть сохранение? Нет? Какой-нибудь... Нет. Ну и ладно. Давайте с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Обязательно прокомментируй и поделись видео с друзьями. До встречи в новой серии. Скорее всего, это будет. Это свершится и будет вторая серия, если ты проявишь активность, соответственно. Ну или же до встречи в новых видео. Пока.